Алексей Николаев прислал вот такое сообщение. Геннадий Петрович, тут на досуге изучал опыт одного человека. Он голодает на дистиллированной воде до 40 дней. При этом не применяет ни слабительное, ни клизмы на голоде. Кишечник сам очищается на голоде по мере потребности. При этом, если голодать на любой другой воде, такого эффекта нет. В смысле, если этот человек будет голодать на другой воде, такого эффекта нет. Достиг этот парень отличных результатов. Хотела бы узнать ваше мнение о голоде на дистиллированной воде. Был ли такой опыт лично у вас? Я ответил, что такой опыт у меня был. Правда, я тогда голодал немного, от суток до трех. Мне, конечно, было интересно. Я начинал голодать по полю Брегу, как он написал в своем знаменитом труде «Чудо голодания». Вот выставляли эти баночки. То есть, что делает дистиллированная вода? Дистиллированная вода за счет того, что не имеет солей, она все начинает в себя всасывать для того, чтобы сравняться по солевому составу, ну так примерно, с теми жидкостями, которые имеются в организме. За счет этого она, конечно, в первую очередь на голоде отлично высасывает, вбирает в себя разного рода вредные вещества, которые не нужны. Организму их вообще-то трудно вывести. А когда дистиллированная вода, то эффект идет как бы побыстрее на этом деле. И в частности, вот в этих баночках, которые там собираются, а именно, то есть вы проголодали в течение суток и собирали всю мочу за этот день. Потом, допустим, голодали там второй день, потом третий день и также собирали всю свою мочу в отдельные баночки. У вас стоят три баночки. Прошло примерно три дня после того, как вы завершили трехсуточное голодание, и смотрите, и по осадку видите, сколько разного рода солей, шлаков и так далее вот эта вода как раз вобрала в себя, и видим, мочи вывела из организма. Картина, конечно, такая впечатляет, поэтому голод на дистиллированной воде будет лучше расшлаковывать и чисто теоретически, и чисто практически. Но я должен сказать, вот это такой голод, который бы, как сказать, неделька-две максимум на дистиллированной воде. Я потом скажу, почему все-таки лучше другую воду использовать. Значит, он не применяет ни слабительного, ни клизмы на голоде. Вот вы знаете, вы вот застали, вот я проголодал 40 суток. И вы думаете, о, вот это да, он 40 суток проголодал. Вот, вот такой. Вот, мол, столб, какая воля и так далее. Для того, чтобы проголодать 40 суток, я к этому шел 15 лет. Готовился, постигал свой организм, как он реагирует на вход, как он реагирует на голод, как он реагирует на выход, какие продукты лучше всего использовать, как вести, как настраивать свое сознание, что лучше делать и так далее, и так далее, и так далее. То есть должна произойти так своего рода тренировка. Вот когда эта тренировка проходит, организм от голода к голоду, он становится, если регулярно делать, он становится чище, он становится здоровее, он становится энергетически мощнее. И дальше, когда вы вот этого всего выходите на такой своеобразный уровень от того, что вы имели, к тому, что вы, допустим, приобрели годика так через два, через три, вы будете совершенно иной человек, совершенно иным организмом. И да, далее вам уже не понадобится на голоде, чтобы входить ни слабительно, ни клизмы, ничего. Организм сам уже приученный, дисциплинированный, он по команде будет входить в голод. Далее сознание будет само ему диктовать, как надо настроиться на голоде самом, как его проводить, что вы не просто... Когда голодаете, вы чувствуете себя, что обделенным, каким-то, знаете, вот брошенным. Ну, короче, вам чего-то очень такого нужного и большого не хватает. А когда вы поменяете свое сознание и будете думать, что каждый момент вашего голодания приносит вам чистоту, здоровье, мощь, это ж надо настроиться так. Вы будете легко и просто голодать, не теряя даже никакой особой
энергии, и организм сам будет действительно очищаться. Только раз, 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 что там шлаки, ага, со всего организма там собрались в кровяное русло, опа, в печеночку, печеночка. Печеночка-то должна быть здоровая, очищена. А когда она у вас не очищена, что вы думаете, она будет работать? Дулю с маком она у вас будет работать. Над ней надо поработать, чтобы после она начала работать. Так вот, печеночка, печеночка, все это раз, сбрасывает в желчный пузырь потихонечку все это сбрасывает в тонкий кишечник, все это там накапливается, идет, вызывает послабление, и все естественно действительно выходит, ничего там не надо, организм работает. И это еще хорошо, что человек более-менее молодой, то есть, ну, грубо говоря, там лет там до 50. Это одно из таких благоприятных периодов в вашей жизни вообще, когда еще достаточно сил, чтобы все вот эти оздоровительные программы работали на ура. Чем не дальше туда с возрастом, тем у вас просто ваших жизненных сил не хватает на то, чтобы вести работу. Поэтому да, он будет очищаться, он будет обновляться, все у вас будет работать, как некоторые говорят, чики-пуки. Далее, опять-таки про дистиллированную воду. А вот я все-таки, так как я имею опыт голодание, ну, довольно-таки относительно длительного, на талой воде, вот на талой воде мне понравилось, хотя, понимаете, вот на дистиллированной воде трое суток, ну, как бы сказать, ну, трудно сравнить, если человек 30 дней голодал там, на дистиллированной воде, что там было, там эффект совершенно один, да, а когда человек голодал трое суток на дистиллированной воде и начинает судить о том, что было на 30-х суток, хотя сам этого не делал, это неправильно. Поэтому я не буду говорить. Я вот буду говорить о том, что я проголодал на, значит, вот талой воде. Мне очень понравилось голодать на талой воде. Очень-очень-очень. Ну так, Алексей, только для вас скажу, по секрету никому не говорите. И очень мне нравится, когда я еще во время голода использую свою урину. Урина у меня идет как своего рода лакмусовая бумажка, которая показывает, что сейчас выходит, какие процессы идут в организме и так далее, и так далее. И она еще дополнительно воздействует, там что-то там очищает, что-то убивает, что-то разлагает и так далее, и так далее. То есть вот такой вот голод дает великолепные результаты. Ну, я думаю, что главное, понимаете, это все-таки достигнуть определенного плато, то есть выйти на определенный уровень чистоты организма и энергетики его. А для этого требуется время, для этого требуется регулярность, и эти факторы два являются тренировкой организма к голоду. И как только вы натренировались, вы тогда будете голодать и получать вот такие результаты. Это так же, как, вот, мне нравится сравнение в тяжелой атлетике. Одно дело, я там до этих 100 килограмм там дохожу и так далее, там, и смотришь на этого человека, он такой же, как ты, а он там поднимает эти, и 100 килограмм не поднимает. А ты эти 100 килограмм, а то 150 и более, там, только на ура, раз-раз в стоечку. А он там их только до колен, если дотянет, это хорошо. Так что да, все может быть. Главное – регулярность. И вот когда мы видим конечный результат, не понимая вот этой пройденного пути, у нас тут разного рода возникают сомнения. А так как я прошел с самых низов до самых, так сказать, относительно верху этого процесса, мне это как-то вполне ясно и понятно. И, кстати, вот тут я как раз отвечаю, читаю ваши отзывы по каналу. Некто Макс Картов написал: «Я страдаю депрессией от отравления организма от превышением нормы 8 раз гомеопатии, БАДов, омега-3. Пила все это 2,5 года. Попутал меня темный». И так далее, и так далее. Все, дальше я уже так не хочу там знать особо это. Вот в этом случае, очень хорошо подойдет голодание именно на дистиллированной воде. Значит, в дни Экадаши голодать от суток до трех на
дистиллированной воде. Можно ее, чтобы улучшить, можно ее заморозить. Дистиллированную воду, бутылочку, вы ее только раз в холодильник вечером поставили, утречком только взяли, и у вас начинается день голода. И в эту бутылочку, ну, примерно сколько? Ну, пусть она будет 1,5 литра, пусть даже 2 литра. Вот сколько там растаяло, вы выпили, сколько-то растаяло, выпили. И у вас получается двойная польза. У вас получается дистиллированная талая вода. То есть она будет действовать еще лучше. Для того, чтобы избавиться от всех вот этих вот веществ, которыми вы засорили свой собственный организм. И они хорошенько засели. Вот тут голод начнет работать. Именно вот для таких людей, когда, ну, по своей наивности они повелись на рекламу вот этих вот различных препаратов и думают, да, сейчас мы тут оздоровимся. И увы, вот такие вот получаются результаты, как начинается депрессия от отравления организма продуктами гомеопатии, БАДов, омега-3 и прочих, я так понимаю, витаминов и так далее. Вот это... Вот здесь оно поможет, это вот 150%, чтобы вы понимали, а где это голодание можно применить и как его можно применить. И вот смотрите, если вы пили 2,5 года, то хотя бы, чтобы вы эту программу также поделали, вот, ну хотя бы в течение тех же 2 лет. Я думаю, что уже через 3 месяца вы почувствуете себя совершенно иначе. Организм уже избавится. А дальше он еще будет. И выйдите из вот этого отравленного состояния.